Дорогі друзі, що ж, ми, я пропоную зараз вже сісти за свої місця, за свої парти. І тим паче, як ви бачите, в нашій студії вже є гість. Раді вас вітати. Доброго ранку. У нас сьогодні у гостях Євген Уманов, учасник проєкту фестивалю, можна так навіть сказати, громадський проєктор. Друге місце отримала ваша робота в номінації «Ігрове кіно». І я пропоную зараз, скажімо так, переглянути спочатку фільм, а потім вже поговорити. Прокоментувати і поговорити про роботу над цим. Отож, дорогі друзі, давайте подивимося роботу Євгена Уманова, і після цього ми повернемося до студії і вже поговоримо про неї. Я думаю, буде краще поговорити, побачив ще. Отож, давайте вже подивимось. Гуден так, Борисыч, как сам, как фрау, шокляйный дотер. Смотри, не передай их сосисок, а то ведь поправишься. И скажи пару слов за их пиво, ибо то, что тут в бутылках, вообще ни о чем. Наша адмиральская куда краше. Ну, ты в курсе. А в Николаеве все тихо. Даже дискотек не слышно. Ни с парка, ни с набережной. Даже грачи местные как-то каркать потише стали. К переменам прислушиваются, но пока как-то не очень. Старого своего басиста с ирокезом помнишь? Служить пошел. Сейчас, походу, каждый второй или служит, или спетлял. Ну, а у меня уже так ногу тянет, что ни туда, ни сюда, поэтому хожу до рыбалки. Ни единого карася, но адмиральское пошло, як діти до школы. Легко-легко. А, прикинь, в троллейбусах халявный Wi-Fi замутили. Контингента ездит тот же, по большей части льготный, но теперь над ним красуется наклейка. Я проверял, реально работает. Ну, а так-то у нас все ровно. Ну, кроме дорог. Оно ж на постой, к первому снегу все починят. О, а снега было этой зимой столько, что я за 5 лет, сука, не помню. Вообще у города все встало, только джипы и танки шастали. И холодно еще. Но как-то и люди сразу теплее. Ну, не в смысле накатывали, а каждый соседу что-то подсобит, и ничего, нормально. Ты знаешь, я вот тебя не то чтобы назад зову, уж лучше я к тебе наведаюсь, но вот чтобы ты просто знал, как-то тоскливо бывает. Умные уехали на запад, смелые на восток, а в Николаеве вроде и поговорить с кем есть, а вот адмиральского на Ингуле навернуть, да по Тараньку. Так что-то и не клеится. Не тупи, короче, родный. Бывай. Николаев любит тебя. Так выпьем за любовь. Ты там, а я тут. Ми повернулися до студії і, звичайно ж, хочеться поговорити про фільм, тим паче, що, скажімо так, музичний супровід він налаштовує на таку спокійну розмову, розмірену. Хотілося б для початку взагалі запитати у людини, автора цієї ідеї, взагалі, що підсказало, що саме, чому саме захотілося зробити такий матеріал? Ну, тому що це проблема. Проблема, яка, мені кажется, беспокоїть більшість жителів Николаєва. То есть у нас за 2015 год 2000 людей просто вот уехало с города. То есть это не просто какая-то личная потеря друга, это потеря друзей и как бы людей, в принципе, из Николаева. Причем это в основном самое такое трудоспособное население, да, то есть какие-то интеллектуалы, то есть уезжают там какие-то
И не зря звучит, да, умные на запад, смелые на восток. Да, и на восток. А кроме этого, еще как бы это не звучит, но это как бы, да, вот как бы под текстом идет, то, что этот дядька сидит на гараже, и он тоже уехал. Он своей этой внутренней эмиграции. Ну, такая беда. Скажем так, вы все-таки прокомментировали о том, что это все-таки общая, скажем, и национальная, и николаевская проблема. А для вас лично это тоже какая-то проблема? Или... Ну, просто решили вот так обратиться к этому, чтобы, скажем так, у автора на пульсе общества все-таки рука. Да не, ну, конечно, я говорю о том, что я знаю, то есть, как бы, о том, что не знаешь, как бы оно не трогает, то смысл об этом говорить. То есть, да, у меня как бы друг приехал там с Востока, и после этого мне такое рассказывают, что как бы я спать не могу, да. А другой уехал на Запад и как бы, ну, увез туда свою семью, и он жил на Молодогвардейской, там, где как раз бахнуло. То есть, и что я ему скажу, типа, ну давай, Борисович, приезжай, тут типа уже не бахает. Тоже беда. Можно даже сказать, что в герое этого фильма можно увидеть немножко нотку самого автора. Можно сказать, что этот сюжет немножко автобиографический? Не, ну немножко, он полностью, то есть пишет только о себе, в принципе. Вообще работа над фильмом, сколько вообще длилась, скажем так, по времени, сколько вынашивалась все-таки идея, и больше, наверное, вынашивалась идея, чем снималась и монтировалась, да? Ну да, вынашивалась довольно долго, хотя, в принципе, и сам процесс съемки, то есть, как бы, если хочешь сделать что-то более-менее нормальное, то есть, я так прикинул, что получилось где-то вот на каждую минуту была потрачена где-то неделя свободного времени. Вот. Ну, чтобы как бы вот каждым кадром остаться вот, в принципе, довольным, да? Вот. Ну, зато с удовольствием. Еще прозвучала фраза, чтобы остаться довольным. Хотелось бы знать, конечно, фильм был признан, но вот именно ваши впечатления, все ли получилось то, что было задумано? В смысле, у меня с фильмом или на фестивале? С фильмом пока. Да. Не, с фильмом, то слава богу, да, в принципе, я очень доволен. Я две картины делал, ну вот это вот как бы заняла, то есть вторая нет, но в принципе удовольствие огромное, как бы и от процесса в первую очередь, потому что я нашел замечательных талантливых людей, да, то есть вот этого дядька, который играет, то есть это Рома, и он действительно живет на гараже, и действительно собака, и действительно такая определенная внутренняя эмиграция у него, вот, и потрясающий оператор у меня, Леша Мовчинюк, то есть мы как бы с ним бегали, искали, вместе творили, это здорово, это большое удовольствие. Легкой линии приходит сейчас собака. Какую роль она играет, кроме того, что она друг главного героя? Ну вот она, как бы, видимо, ему не дает сойти с ума окончательно, то есть уйти в себя. То есть она его как-то так держит на плаву, да. Ну, я хочу сказать, что действительно это проблема, и все-таки хотелось бы чуть разбавить эту грустную ноту проблемы этой, потому что она существует, и она будет существовать, тем, что все-таки хотелось бы поговорить о фестивале. Как для вас вообще фестивальная жизнь, фестивальные дни, что для вас фестиваль, или это просто как бы форма, где можно показать себя и показать людям, что существуют такие проблемы? Нет, это не просто форма, это как бы какой-то стимул, это, в принципе, единственный такой вот был толчок, что я как бы, то есть я всю жизнь как бы пишу тексты, стихи, да, и тут как бы проходит фестиваль, и как бы я понимаю, что можно это сделать, вот как бы еще вот видеоработу сделать. То есть, в принципе, фестиваль, в принципе, единственным стимулом и был для того, чтобы я это сделал вот именно видеоработой. Вот. Очень здорово, что у нас такое проходит, очень здорово, что у нас есть такие вот просто сумасшедшие люди, как Лохматов, которые все это организовывают. То есть здорово. То есть в Николаеве не все потеряно, как бы. Еще нормально. Еще вот хотелось бы все-таки сделать такой мост в прошлый фестиваль, когда ваша работа заняла приз зрительских симпатий, да? Что это за работа? И, скажем так, сравнить для вас можно эти две работы? Какая, возможно, принесла больше удовольствия? Ну, сравнить их сложно, потому что на самом деле в прошлой работе я, строго говоря, не являлся режиссером. То есть я был там автором текста, автором там идеи, там голосом. То есть в конечном итоге я все это собрал и принес, собственно, на ваш телеканал к Жене Бардиной. И вот Женя Бардина уже там собрала какую-то команду, и они уже все это слепили, вот как мне оно хотелось. Вот, поэтому я там как бы, ну, не был, строго говоря, режиссером. А эти работы уже как бы полноценны. То есть мои, и я уже как-то... Ну, как-то ближе они мне чем-то такое. За эту работу вы получили приз «Второе место». Довольны ли вы результатом? Не, ну, конечно, доволен. Денег дали.
То есть у нас была проблема, когда снимали, что у оператора, то есть это все на фотоаппарат, ну хорошо, но фотоаппарат, это же не камера, вот, и у него, значит, стойки не было там, и головы, чтобы, собственно, на эту стойку ставить. И ему приходилось постоянно брать, и у нас там что-то не получалось брать. То есть, слава богу, теперь есть бабки, мы уже заказали эту голову, в общем, нам ее привезут, ну и дальше нам будет проще снимать. Есть, насчет будущего хотелось бы узнать, то есть, смотрите, первый фестиваль прошел, хорошая работа, приз зрительских симпатий. Второй фестиваль прошел, второе место. Есть уже теперь стремление расти и расти, тем более есть техническая база, точнее она будет. К следующему фестивалю есть уже какие-то идеи, что делать, что снимать, что показывать? Ну, планов на полгода точно есть вперед. На следующий фестиваль я надеюсь, что я не только буду делать игровое кино, но я и буду делать документалку, вот я уже, в принципе, сценарий пишу. А можете поделиться с нами немножко своими планами по поводу сценария, о чем будет это кино? Ну, в двух словах будет о Николаеве. У меня, в принципе, почти все о Николаеве. Что вижу, то и пою. Это отлично. Мне нравится, открыли тайну о Николаеве. Ну. А вообще, скажем так, перед тем, как подать населению, перед тем, как дать зрителю на суд свою работу, есть ли какие-то люди, которым в первую очередь показываете, и они просматривают работу, возможно, что-то советуют? Не, ну, конечно. То есть, как бы у меня... Опять-таки, Николаев полон талантливых людей, и их совсем несложно привлечь как бы, к какой-нибудь работе, потому что каждому реально нужна вот этот вот какой-то момент самовыражения, что-то надо, собственно, делать. Вот. И с монтажом мне товарищ помогал, и человек, который писал вот музыку на всю эту тему, это Бондель Дима, он в «Крыльях» там играет, то есть такой достаточно серьезный музыкант, и он... Я ему прислал, и он уже как бы на своих хороших колонках там мне сказал, там, типа, там со звуком, вот туда-сюда, вот так вот надо. То есть, слава богу, есть такие люди, да, нормально. Слава богу, есть помощь. Дорогі друзі, що ж, повертаємося до студії, як і обіцяли, продовжуємо розмову з Євгеном Уменовим. Ми говорили про фільм, а зараз хотілося ще представити, скажімо так, одну із сторін творчості. Наш гість зараз представить вам на ваш суд, ну і, звичайно ж, на ваше задоволення свою поезію. Надаємо вам слово. Все, як завжди, після праздника життя, гори посуди, нетрезвої мислі, 2-3 подарка від старих друзів, сломаний стул, прожитий день. Мир без сюжета, ты без одежды, я, как всегда, пьяный и нежный. Все, как всегда, после ссоры и крика уходишь на кухню, чашка разбита. Ящик орет рекламой в окно, хлопает дверь, в квартире темно. Пахнет пинфлойдом и никотином, ресет наших чувств начинается с плином. Все, как всегда, жизнь-то циклично, встретимся взглядом, молча простимся. Год подошел к завершению, и я, нажимая «Delete», удаляю тебя. Все, как всегда, все неизменно. Я снова пьян, но хватит. Шикарно, честно. Единственное, что сразу вырывается, это шикарно, да? Я думаю, друзья, вам тоже понравилось, ну... Неимоверно. Я хочу сказать, что все-таки огромная фишка – это текст, потому что он и в видео достаточно оригинален. И он, можно сказать, касается каждого и затрагивает у каждого какие-то свои струны души. Я думаю, что самый главный секрет – это то, что писать то, что тревожит свою душу. Тогда оно тревожит и чужую душу. Нет, ну как бы смысл всего творчества, как по мне, это как бы вот показать, где болит у меня, и спросить, собственно, где болит у тебя. Если у нас болит где-то вот в одинаковых местах, значит, мы не такие одинокие, как порой хотим казаться. Просто браво и просто спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я нагадую, дорогие глядачі, що сьогодні в нашій студії був Євген Уменов, учасник проєктор, громадський проєктор. Його фільм отримав друге місце. А з цим, звичайно, вітаємо.